Добрый день, коллеги. Приветствуем вас из Минска, Республиканского горнолыжного центра. Очень рада, что вы уже присоединяетесь к вебинару. Подождем буквально минут пять, чтобы все большинство из заявленных было. И уже начнем нашу презентацию, начнем видео, начнем вебинар. Если какие-то есть вопросы со звуком у кого-то, пожалуйста, пишите в наш диалог, будем уже что-то исправлять. Меня зовут Анастасия, как было и заявлено. Я начальник сектора маркетинга Республиканского горнолыжного центра Силичи. И сегодня будет разговор вот про наш центр, про условия размещения, возможности мероприятий, про все-все-все. Ну, где-то минут пять подождем, как уже сказала, и начнем. В общем, коллеги, будем уже начинать, чтобы и время не тратилось, потому что хотели бы обсудить достаточно много, рассказать о многом, но и чтобы осталось время, какие-то вопросы ваши обсудить, если они будут, про контакты, про то, где мы находимся. А ход нашего сегодня вебинара будет следующим. Я расскажу про Силичи, какая особенность данного
объекта летом, потому что, как уже заявлено было в названии, это горнолыжный центр республиканского масштаба, один из лучших в стране. Но летом, как известно, горнолыжка живет по-другому, и мы расскажем, что мы делаем, чтобы летом у нас были туристы, чтобы были отдыхающие. А далее мы посмотрим видео про наш центр именно летнего типа, расскажу про сам комплекс и про особенность. Это новый открытый wellness-центр с огромным количеством процедур, с физиотерапиями, с прекрасным дизайном, с высококвалифицированным персоналом. Тоже посмотрим видео про центр, более детально про него расскажу в презентации. Далее, как уже было заявлено, у нас есть бонусы для туроператоров, но чтобы их обсудить, нужно будет уже напрямую к нам обращаться. После вебинара у нас будет рассылка со всеми контактами, с именно бонусами, и будем уже общаться в будущем с вами. Вот, как-то так. Сейчас посмотрим видео про комплекс. И приятного просмотра. Видео было достаточно короткое, но информативное, скорее атмосферное, нежели рассказать про все наши услуги. Более подробно сейчас мы расскажем в презентации. У кого видео не открылось, наши коллеги из ProfiTravel выслали ссылку на YouTube, потому что, возможно, ваш браузер не поддерживает такой вид видео или что-то еще, поэтому очень просим вас зайти на YouTube, просмотреть в YouTube. Если вам не сложно, отпишите плюсиками, что я могу продолжать про презентацию, чтобы как-то все слышали, о чем я говорю. Спасибо большое. Ну, начнем. Наш центр – это республиканский горнолыжный центр. Он находится в 40 километрах от Минска. Достаточно в красивом живописном месте с хвойным лесом, с березами. В общем, очень, очень красивый. Зимой это горнолыжный комплекс с перепадами рельефа до 100 метров. То есть, на самом деле, один из лучших, он профессиональный, 13 трасс. То есть зимой мы живем лыжной жизнью. А летом, вот на данный момент, мы разрабатываем, скажем, свою инфраструктуру так, чтобы не зависеть от горнолыжного сезона, чтобы летом тоже быть, скажем, в тренде. Пару фактов о нас. В общем, Силич – это не просто там горнолыжка, это и отель, обновленный, с хорошим номерным фондом. У нас нету звездности, но это где-то 3 звезды, если смотреть по мировой системе, то есть это и стандарты, и кинг-кровать, и квин-кровать, то есть они на самом деле хорошие, аккуратные. Далее в презентации посмотрите пару фотографий, то есть вы оцените, что это не какой-то там давнишний комплекс, то есть очень хороший. А также есть коттеджи, которые расположены в комплексе, это 12 коттеджей, и 12 коттеджей. Да, 12 коттеджей. Также у нас есть современный wellness-центр, по которому мы с вами поговорим чуть позже.
Есть комплекс русских бань, именно на дровах. На самом деле сейчас очень сложно найти такие бани, в основном все электронные, электрические, с непонятным паром. У нас есть бани на дровах, процедуры парения, это все вот к wellness-центру относится. Из таких активностей в комплексе у нас горнолыжные трассы, летом у нас канатная дорога тоже функционирует, то есть можно занять себе этим. Есть уникальные экотропы, 500 ступенек через лес с прекрасным воздухом, тропа ведет к озеру с пляжем оборудованным, есть такие активности, как босоногая тропа. Также для гостей предлагаем пейнтбол, картинг из более таких активных видов спорта. Для организации мероприятий, знаете, не только на данный момент есть физические лица, которые приезжают отдохнуть, но есть корпоративные лица, и, возможно, к вам такие тоже обращаются, вам будет это интересно. Мы организуем мероприятия абсолютно разных типов. То есть идем от заказчика, если нужно мероприятие закрыть весь комплекс, большой фестиваль организовать без проблем, то есть до 40 тысяч человек мы организуем и привезем, и накормим, и напоим, и развлечем. То есть, на самом деле, очень-очень большая база, и банкеты, и корпоративы, и свадьбы, все к вашим услугам. Ну, остановимся, например, на отеле. Номера стильные, аккуратные, красивые. Вот сама гостиница 32 места, номера, с разной вместимостью, от 2 до 4 человек, с дополнительными местами, с дополнительными кроватями. Есть двухуровневые именно номера, не только коттедж, а номера, там, как Family Suite с выходом на свою террасу, то есть как-то так, с дополнительным местом парковки. Точно так же у коттеджа есть и двухместные, и пятиместные, и шестиместные размещения, и свои коттеджи, прекрасный вид на лес. Очень красиво, вы могли посмотреть видео, обзорную вот такую облетку. На самом деле, хорошее, качественное место. Про wellness-центр. На данный момент, вот, 1 мая, открылся обновленный wellness-центр. Мы чуть попозже поговорим детально, потому что это одно из наших основных как бы, бизнесов. На данный момент летом мы хотим заселяться вот им, потому что он интересный, красивый, качественный. Но из таких точечных моментов. Это 7 кабинетов с процедурами от коррекции фигуры, от совершенствования фигуры до там, янтарных комнат, лимфодренажа, в общем, именно физиопроцедуры, не конкретно как санаторий, а именно оздоровление, улучшение организма, отдыха. Итак. Как уже говорила, ивенты у нас, вы на стоимость тут не обращайте внимания, это белорусские рубли, то есть конкретно каждому из туроператоров, каждому из заказчиков будет индивидуальная стоимость, полностью рассчитанная под вас, но это чтобы как-то более-менее аренда, понимание у вас шло, то есть от 800 долларов мы можем как бы закрывать какую-то площадку, даже склон или там ресторан, то есть это все обсуждаемо, и любого типа мероприятия, будь это там дрифты на парковке или музыкальный фестиваль с полностью выстройкой сцены, или просто маленькое мероприятие на 10-15 человек, семейный ужин, детское там, мероприятие, тоже все это можно делать достаточно хорошо и качественно. Про ивенты, скажем, фотографии, чтобы вы зарядились атмосферой наших ивентов. А сама схема комплекса, комплекс огромный, вот вы сейчас можете видеть, только 13 трасс, если вы посмотрите, вот где отмечены как бы, такими линиями, это все трассы, а там, где коттеджи вот маленькие, это вот именно отельный комплекс, это разноуровневый комплекс, и достаточно большой, то есть гулять интересно, и можно достаточно. В общем, ждем туристов. Что касается банкетов, гастрономии, F&B, скажем так, у нас на данный момент для питания гостиницы есть собственный ресторан. Гостиница закрывается полностью рестораном. Также есть рестораны для мероприятий. Это 2 зала до 200 гостей. То есть если вам это будет интересно, если у вас будет мероприятие, например, заказчикам какой-то корпоратив будут делать что-то такое, то есть мы покормим спокойно и без каких-либо затрат физически. Полностью оборудование, все это есть.
Здесь это скорее для физических гостей, чтобы вы понимали, мы их встречаем, можно сказать, в Минске, определенные точки, привозим их сюда, размещаем и также отвозим в Минск. В сезон курсирует автобусик до Минска, который гостей забирает и привозит обратно, чтобы никаких не было затруднений. Эти контакты еще будут в следующей презентации, но на всякий случай, чтобы вы понимали, эти будут у вас, вам вышлют наши коллеги из Profi Travel, то есть это все будет. Если есть какие-то вопросы по самому комплексу, можем остановиться сейчас, если есть какие-то срочные вопросы. А если нет, то мы продолжим про wellness. В данный момент это наш core business, то есть летний бизнес, который мы хотели бы вам рассказать. Тоже покажу вам видео, и далее детально по презентации мы с вами обсудим, и уже по вопросам, если они будут. В общем, как поняла, вопросов нет, значит, смотрю с вами видео про wellness. Коллеги сейчас пришлют вам ссылочку сюда тоже в диалоговое окно. Приятного просмотра. Такой у нас обновленный центр открылся. Коллеги, если вы посмотрели, пожалуйста, видео, пришлите снова плюсики, что мы можем продолжать. Ой, спасибо большое, огромное. Значит, продолжаем. Почему хотим остановиться конкретно на Wellness и Spa? Мы им гордимся. Вот он открылся только 1 мая, обновленный. Как вы видели в видео, он не советского типа санаториев, хотя мы... как уже сказали, мы с 1 мая открыли wellness-центр, 8 кабинетов с очень хорошим дизайном, с интересным, не гнетущим, скажем так. Как вы уже видели, достаточно красивый, аккуратный, без каких-либо лишних деталей. Это наш слоган, и мы хотим это проводить в массы, что это настоящий оазис оздоровления и красоты. Мы не позиционируемся как процедурный комплекс, мы не санаторий, но как оздоровление, минимальную базу мы можем разработать, и wellness-путевки, которые там с правильным питанием и диетическим питанием, и с снижением веса, если мы разрабатываем индивидуально под человека, под каждого из клиентов. Как вы можете уже видеть, к услугам наших гостей мы представляем и спа-процедуры, и услуги врача-косметолога, и современные методы совершенствования фигуры, то есть коррекция фигуры, все это есть, таласы и фитопроцедуры для лица и тела, соляная пещера, уникальная янтарная комната и множество других процедур. То есть, на самом деле, спа-прескурант очень широкий, и это вот тех же соляных комнат до бьюти-бара с перманентным макияжем и с уколами красоты, в общем, совсем-всем-всем.
Вот тут поступил вопрос, достаточно хороший, на самом деле, да, медицинская лицензия есть, и мы предоставляем документы для прохождения границы, так же, как и предоставляют санаторий, то есть к нам это основание для выезда, как на лечение, это мы предоставляем. Вот туристов нет вопросов в Российской Федерации к нам приехать, то есть это можно приехать. А насчет минимума ночей тоже, если остановлюсь, такого нету. То есть хоть на сутки, хоть на двое, хоть на полсуток мы все эти документы предоставляем. Но будет еще такой, скажем, отсылка, я тоже к этому в конце вернусь, что больше 2 суток, когда оставляются гости, ему просто выгоднее, да, это сделать, чем на сутки. Ну, вернемся к презентации, а по этим всем вопросам мы с вами уже пообщаемся в конце, когда уже будет конкретно про оздоровительные процедуры, про оздоровительные программы, какие у нас есть, и что мы можем конкретно разработать для вас. На данном слайде вы видите нашего врача-дерматовенеролога Юлию Сергеевну, которая занимается разработкой процедур, разработкой оздоровительных программ. Она сертифицированный тренер по инъекционным методикам, косметологии и пилингам. В общем, как-то так. Когда вы поступаете, у вас есть, у туриста есть возможность консультации врача, если он идет по оздоровительной программе, а не самостоятельно приезжает. Все конкретно ему рассказывает врач, назначает процедуры, оздоровительную программу, и уже совместно с F&B, то есть у нас разработан план питания, план программ, в общем, все-все-все, это получается в период оздоровления. Как уже было озвучено. У нас есть специальный такой аппарат, который помогает анализировать состав массы тела, определить, сколько в организме мышц, жировой ткани, воды, и уже непосредственно, то есть конкретно по этому аппарату мы назначаем все программы, которые вообще есть у нас в комплексе. Здесь можно, на самом деле, говорить очень много, потому что процедур и оздоровительных программ много. Сами аппараты тоже новые, новейшие, они из Кореи, из Германии, из Израиля, то есть очень качественные, скажем так. А все, что вы видите на фотографиях, то есть функционирует. И знаете, как-то все время приятно находиться в такой атмосфере комфорта, красоты, уюта. Это все у нас присутствует. И вот была основная комната, клиентарная комната. Таласа процедуры, подводный душ, массаж, все это имеется. Как уже отмечали, есть бьюти-бар, то есть то можно не ехать в Минск, приезжайте к нам и полностью все это получает, все процедуры. Есть у нашего врача Юлии Сергеевны Инстаграм, то есть, знаете, бывают гости, хотят заранее посмотреть портфолио работ, а не просто приехать и понимать, что это такая-то работа. То есть тоже мы можем все скинуть, чтобы гости ознакомились заранее, пока приезжают. Вот что касается более уже детального, те программы, которые у нас есть, как уже сказано было, что программы есть от 2 ночей, но можно приехать и на 1 сутки, тоже как бы будет включена соляная элементарная комната, но по стоимости она недостаточно выгодная, поэтому мы рекомендуем туристам приезжать от 2 ночей. То есть если, например, там сутки на двоих в стандартном номере стоят там где-то $100 на сутки, а на 2 суток это будет там $150 на двоих тоже. Поэтому от 2 ночей будет комфортнее. Но в любом случае вы, скорее всего, работаете с санаториями, с оздоровительными базами отдыха, и любой санаторий скажет вам, что программа от, там, на 4 дня – это не программа, скажем так, но она дает оздоровление. Да? И когда приезжаешь на программу от 6 ночей, ты уже получаешь более качественное оздоровление, даже ментально, духовно ты отдыхаешь, потому что если нету, скажем, достойного отдыха и работы, потом будет не так комфортно. Вот здесь программа представлена антистресс, wellness и базовая. На данный момент это программа для физлиц, которую можно купить у нас на сайте. Но для туристических операторов, для туристических агентов мы разрабатываем индивидуальную программу, чтобы было интересно и вам, и нам, скажем так, и уже более детально
работе мы с вами разработаем, ну вот вы захотите, я не знаю, там, чтобы приезжал гость, и ему в этой программе еще поехали в Минск, повезли экскурсию, мы такую программу с вами разработаем, с трансфером, с экскурсией, с проживанием у нас, с каким-нибудь там десятиразовым питанием. Вот, имеется в виду, что мы достаточно гибкие, лояльные и хотим, чтобы наш гость был доволен. А здесь на следующем слайде вы будете видеть наполнение каждой из процедур. То есть вот чем больше дней, ну, это логично, тем больше у нас будет наполнение. То есть если тут указано трехразовое питание, если гости не устраивают трехразовое, нужно одноразовое только завтраки, тогда он будет далее выбирать все самостоятельно, такое тоже реально. В общем, все это все обсуждается. Далее на слайде это наши контакты. Повторюсь, мы находимся в Беларуси, в 40-35 километрах от Минска. Забираем туристов самостоятельно, кто-то может доезжать, присылаем карты проезда. В общем, все очень легко и просто. А на данный момент давайте обсудим с вами любые вопросы, которые есть согласно нашего объекта размещения. Если что-то я рассказала достаточно быстро, вы хотите повторить, что я повторила, без вопросов, повторим, расскажем. Любые вопросы, что касается нашего курорта, все приветствуется. Ну, значит, повторю. Все файлы, которые были сегодня озвучены в видео, они будут в общем доступе. Мы с Profi Travel коллегами обсудили, что и презентации, и видео. Ну, видео, в принципе, есть на YouTube, но чтобы они были у вас в доступе, и вы заразились атмосферой нашего комплекса и еще раз посмотрели, они будут вам высланы после вебинара, как ответное письмо. И, в принципе, записью вебинара, если это будет вам полезно. Наши контакты прямые указаны здесь, то есть это маркетинг и отдел продаж, все здесь указано. Будем работать уже напрямую с нами, то есть со мной, с моими коллегами, конкретно по размещению. Мы предлагаем виды размещения, как простые, без оздоровительных программ, как и с оздоровительными программами. Готовы для организации мероприятий любого масштаба, то есть, скажем, наподобие, там, как Шарагеш делает, или как Сочи делает, или летом и зимой, если у вас есть какие-то интересные заявки, без проблем. То есть мы вот в конце августа будем проводить большое такое, скажем, мероприятие с хедлайнерами, с такими рок-исполнителями. В следующем году планируем дрифты привозить сюда. Очень открыты к работе. Спасибо большое вам, коллеги, что вы присутствовали, что уделили такое время раннее понедельника нашему объекту. С турфирмами мы работаем по комиссии. Комиссия обсуждается... Нет, мы работаем напрямую, но обсуждается комиссия уже непосредственно с турфирмой напрямую. То есть не в вебинаре, а вы с вами можете вот на любой из наших почт написать, что вас интересует наш объект как для работы, и мы уже будем с вами все детально обсуждать. Коллеги, большое спасибо еще раз, что поприсутствовали на вебинаре. Надеемся, что информация была вам интересна, полезна, что продолжим сотрудничество. В любом случае, как уже говорила и повторюсь, вся информация будет у вас, контакты наши будут у вас в ближайшее время.
Мы представлены, наш вебинар представлен на платформе ProfiTravel, то есть если в записи вы хотите еще раз его посмотреть, он будет на платформе долго достаточно, также в скором времени будет email-рассылка, и есть статья, которая на данный момент представлена на ProfiTravel, чтобы вы тоже почитали, ознакомились. Будем рады сотрудничеству. Беларусь ждет туристов, очень любит гостей из Российской Федерации. Очень много у нас гостей и в санаториях, и в оздоровительных базах, поэтому мы готовы. И на данный момент, скорее, мы уже заселяем не лето, потому что лето уже, ну, скажем, закончился сезон, мы уже смотрим и на зиму, и на следующее лето. Вот. Как-то так. Если вопросов нету, то я прошу наших коллег из ProfiTravel закрыть вебинар, и будем с вами уже в режиме онлайн, в офлайн режиме, если кого-то это интересует, приехать, посмотреть к нам, еще раз провести какую-то экскурсию, даже пускай онлайн, по Zoom'у. Встретимся на любых условиях. Да, вот коллеги прислали уже презентации. В общем, большое спасибо, хорошего всем дня.